вкусный рыжий коктейль из мандарина и хурмины. Берем хурму, моем мандаринчик тоже, достаем мякоть, нарезаем, кладем в емкость блендера, добавляем водички, теплый стаканчик, можно 2 стакана, добавляем финик, как подсластитель, можно без него. Можно добавить специю какую-нибудь, например, мускатный орех чуть-чуть сыпнуть. Взбиваем и получаем мандариново-хурминовый коктейль. Мандарины богаты эфирными маслами, поднимают настроение, позитивчик дает. Хурма богата йодом, щитовидку снабжает йодом природным. Такой вот коктейльчик, смесь интересная.